Соглашение о подготовке к реконструкции аэропорта Усть-Кута и развитии региональных авиаперевозок подписали на выставке-форуме России губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор авиакомпании «ЮТЭЙР» Андрей Мартиросов. Энергия губернатора нас побудила, и его фактически очень настойчивые требования к тому, что надо что-то менять в инфраструктуре аэропорта Усть-Кут, нас подвигли к принятию решения о инвестировании 100 миллионов рублей в инфраструктуру аэропорта. Мы начинаем, что называется, прямо сейчас, уже в ближайшую летнюю навигацию жители, пассажиры увидят изменения. Мы планируем начать полеты на новом воздушном судне, на более комфортабельном, быстром самолете, в котором будет зимой тепло, а летом прохладно и комфортно. Поэтому вот то, что жители, пассажиры увидят буквально в течение нескольких месяцев уже в 2024 году. Сегодня много разных идет вариантов развития, но то, что мы сегодня подписали, и публичное акционерное общество будет вкладываться в развитие инфраструктуры аэропортовой зоны, ее расширение, мы получаем, понимаем, что это, в общем-то, доступность для многих жителей нашего региона, наверное, формирует следующую повестку, которая сегодня существует. А следующая повестка – это рассмотреть возможность соглашения между Красноярским краем и Иркутской области и по авиаперелету Красноярск-Усть-Кут. Ну и второе, конечно, мы заинтересованы в ремонте взлетно-посадочной полосы. И сегодня компания, если вкладывает 100 миллионов рублей, мы будем дальше продвигать на федеральном уровне, чтобы нас включить в федеральную программу по ремонту аэропортов и авиационных узлов и взлетно-посадочных полос, чтобы планируем на 2026 год, чтобы эти результат нашей совместной работы был исполнен. А это уже другая история, это безопасность, это интерес сегодня возрастает к Усть-Куту, возможности транспортной авиационной доступности. Сегодня мы подписали с авиакомпанией ЮТЭЙР договор об авиаперевозках на 3 года, с тем, чтобы на более комфортном самолете наши сотрудники и жители Усть-Кута имели возможность добираться из Иркутска в Усть-Кут. Рейсы планируется начать уже буквально в апреле. На сегодня мы считаем, что такой подход, когда мы улучшаем комфорт авиаперевозок, и с учетом того, что я благодарю и губернатора Иркутской области, и авиакомпании ЮТЭЙР, они сегодня продекларировали свою заинтересованность в изменении непосредственно самого терминала и то изменение, которое необходимо сделать с точки зрения взлетно-посадочной полосы. И мы видим, что сегодня, может быть, как раз вот и дан старт таким изменениям. И мне, как жителю Иркутской области, и как руководителю компании, которая ведет свои основные операции в Усть-Куте, очень приятно, что мы меняем облик нашего региона и нашего Усть-Кутского района к лучшему.